Инфраструктурные и инвестиционные решения для экономики региона обсуждали сегодня на республиканской конференции. В работе принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Вопросы повышения инвестиционной привлекательности и дальнейшего взаимного сотрудничества стали главными темами встречи главы республики Михаила Игнатьева с председателем Волговятского банка отделения Сбербанка Сергеем Мальцевым. Напомним, что соглашение между правительством Чувашии и Сбербанком России действует с 2014 года. За это время банк финансово поддержал ряд инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса, программы инфраструктурного развития, жилищного строительства и реформирования ЖКХ. Мы планируем достаточно серьезные инвестиции в развитие республики направить. Второе – это развитие социальных проектов, таких как транспортная карта, проект «Ладошки» для наших детишек, когда они могут оплачивать в столовые, используя отпечатки своей руки. И родители, соответственно, могут видеть, что ребенок поел на обед. Это развитие биллингового центра, центра платежей. Мы будем об этом тоже говорить, ну и прочие социальные проекты. Строим проекты на принципах государственно-частного партнерства, это очень важно для нас, потому что в бюджете с учетом падения реального сектора экономики не хватает, и мы ищем варианты. В стране реализуется стратегия социально-экономического развития 2020. Активным ее участником является партия «Единая Россия». В частности, партией разработан и реализуется проект «Национальная инновационная система». Он направлен на формирование в России экономики инновационного типа. Еще одной важной инициативой единороссов стало создание сервисной структуры «Открытая власть». Речь идет об открытии многофункциональных центров. Сегодня 94% населения Чувашии могут получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна». Это совместный плод, совместный результат совместной работы с «Единой Россией», главы Чувашской республики, правительства. Многие предложения будут, уверен, претворены в жизнь. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Олег Якимов. Республика.